Санкт-Петербург, Васильевский остров. Холодные волны Финского залива разбиваются о грубые камни. На другом краю планеты воды Тихого океана ласкают земли Новой Гвинеи. Казалось бы, что может связывать два абсолютно разных берега? Имя. Имя знаменитого русского ученого, гуманиста Николая Николаевича Миклуха-Маклая. В нашем городе жил путешественник с мировым именем. Миклуху-Маклаю пришлось столкнуться с откровенными квазинаучными спекуляциями. Я покажу вам фрагмент походного дневника Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Вот прямо здесь была его хижина. Два берега. Одно имя человека, чья история впечатляет. Вызывал в моей детской душе необъяснимый восторг. Помогает найти общий язык. Благодаря имени Миклуха-Маклая это растопило их недоверие. История, которая вдохновляет. Мы сейчас с вами делаем большое дело и объединяем наши две страны. Мы поняли сразу, что это то, что нужно, наверное, в данном случае. Набережная Маклая оказывается очень важным элементом нашего дальнейшего интеллектуального развития как Петербурга, так и вообще. Киностудия Маклая представляет. Дружба сквозь века. Документальный фильм «Берег Маклая».